аллею нашу вы нам оставляете. Специалисты администрации города по просьбам жителей улицы Постышева пересмотрели проект строительства детского сада. Подъездные пути и детские площадки перенесены на другую сторону учреждения. Это позволит сохранить деревья нетронутыми. Мы успокоимся, если вот этот детский комбинат будут строить на территории самого детского комбината, не затрагивая вот этой нашей территории. Ради бога, стройте, потерпим мы этот шум, гам, который будет при строительстве. Потом дети, да тут и были дети, мы к ним привыкли. Во время встречи с местными жителями специалист администрации города Сергей Вологин сообщил, что новый проект стройки учтет их просьбы, никаких вырубок не будет. По просьбам жителей, аллея, которая существующая, остается нетронутым. Детские площадки, которые ранее предполагалось разместить на территории сквера, будут перенесены в границы основного земельного участка. Соответственно, подъездная дорога, ранее запланированная через бельевые площадки, детские площадки и тротуары, тоже будет выполнена в условиях сложившейся застройки, не затрагивая саму аллею. Решение действительно устроило всех, и детский сад будет расширен, и сквер сохранен. Информацию подтвердили и в Управлении охраны окружающей среды и природопользования. Поводов для беспокойства в отношении ситуации по улице Постышева 7А, где планируется строительство детского сада, не имеется. Не поступали заявления на выдачу разрешений на снос зеленых насаждений. Отметим, что аукцион на строительные работы выиграла компания «Титан» из Красноярска. Детский сад будет одним из самых больших во Владивостоке. В нем планируют открыть 4 ясельные группы и 14 обычных. Это поможет решить проблему многих городских семей. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.